День пожилого человека отпраздновали в Запорожье. Как чествовали представителей старшего поколения, видела и наша съемочная группа. День пожилого человека в Украине отмечают с 91 года, объединив его с Днем ветерана. По случаю праздника в концертном зале имени Глинки наградили заслуженных ветеранов со всей области. Тех, кто своими руками строил нашу страну. То, что о старшем поколении не забывают, очень приятно, говорят его представители. Ценят ветеранов, их вклад, их построение государства как такового. И сегодня они в строю, выполняют общественную работу. У нас 32 городских района ветеранских организаций в областном совете ветеранов. С молодежью большая работа проводится. По окончании официальной части ветеранов ждал концерт в исполнении артистов филармонии. Мы подготовили очень интересную концертную программу. Программа составлена и с учетом пожеланий, и музыкальных предпочтений этой категории зрителей. Ну и также мы хотим показать весь спектр искусств, которые сейчас культивируются в филармонии. Ветеранская организация нашей области – одна из крупнейших в Украине. На сегодня в регионе проживает 585 тысяч пенсионеров. Каждый десятый из них – ветеран войны.